Здравствуйте, любители путешествовать в чужих мыслях и просто интересующие. С вами я, Антон, и мы продолжаем проходить игру To The Moon. Мы пригласили на свидание в киношку нашу будущую жену, и теперь должны разобраться с этим утконосом. Но, полагаю, если взглянуть на него под правильным углом... Нет, не то. Проехали. Все правильно. Это то, что нужно, то, что доктор прописал, как бы это не печально звучало в данных обстоятельствах. О, друганы. Какого хрена ты там делал, чувак? Что? Я пригласил ее? Нет! Это выглядело жалко. На твоем месте я бы просто завалился туда, типа такой. Слышь, ты, пошли. Ты, я, сейчас же, йоу. Просто ужас. Знаю, но все равно было бы лучше, чем то, что ты только что сделал. А что, нормально он сделал все? Все правильно сделал. Па-па-ра-па-па-па. Ну что, запустила она энциклопедию тебе в морду, а? Запустила? Заткнись, чувак. Видишь, не только я людей затыкаю. И вдруг я почувствовал себя любимым. Отлично, Уолтлос. Уолтлос, Уолтлос! Что это за... Леонардо да Винчи набивал руку, рисуя яйца. А бочки... Ох, эти бочки. Это как очень большие яйца. Так что вы все станете очень большими да Винчими. Да Винчи, да Винчи. Что можно сделать? Что можно сделать здесь? Ведром? О, господи! Поверить не могу, что ты привел меня на этот долбанный урок. Да ладно, прикольно же. Только если рисовать умеешь. Научишься, если будешь практиковаться. По-любому. После этого урока никогда кисть в руки не возьму. Напрасно. Напрасно. Хорош жаловаться, я уверен, что однажды тебе понравится. Нафига мы эти долбанные бочки рисуем? Это путь к мастерству. Вниз, вниз, вниз. Глобус? Кто-нибудь? Что это за... А, это урок, на уроке. Вообще никто? Типа учитель кого-то спрашивает. Хорошо. Ревер, почему бы тебе не ответить? О, нет, я ничего не знаю. Я уверен, что ты знаешь ответ. Ну ладно. Мы ждем, Ревер. Хорошо, похоже, нам придется... Он отправился в плавание 3 августа 1498 года из испанского города Полосвар, который был основан... В общем, ответил на вопрос. Хорошо, хорошо, я всегда лишь спросил дату. Ну, видите, это же было нетрудно. Окей, господи боже, у всех людей с таким диагнозом фотографическая память? Не совсем, скорее всего, у них сильно развита способность к зазубриванию. Пам-пам-пам. Так, а здесь что? Урок информатики. Почему бы нет? Тс, сюда идет! Альтап, альтап! Переключают экран. В контру, наверное, играли. Что, здесь больше ничего нельзя сделать? Ба-ба-бам, барабам, барабам, бам-бам-бам, барабам. Хакнем эту дверь. Закрыто. Кафетерий работает только в обеденное время. Теперь сюда. Все свободны. Вам, болванам, лучше быть лучше в следующий раз. Это что, учитель или что такое? Или кто-то их опускал? Спортзал. Как-нибудь он нам может понадобиться. Поверить не могу. У него извилины такие же прямые, как у здешней разметки. Давайте хапнем его. Отжималова? Отжималова. Занарушалова. Фу. Ладно, ты выиграл. Нет, они просто соревновались. Зажимись! Они просто соревновались, ничего больше. Никто не пукнул, чтобы говорить фу. Пианино? Рояль, то есть.
О, куда это они побежали? В кафетерий! Кафетерий! О, монсеньоре! Вау! Давайте найдем же наших друзей. Вот рюкзак, это будет наша момента наверняка. Да, она уникальна, уникально скучная. В смысле, ты только посмотри на нее. Нормальная девушка с утконосом. Сидит одна целыми днями с этой жуткой косорылой уткой. Это не косорылая утка, это утконос. Что за утконос? Хорош чушь нести. Короче, она какая-то не отсюда, понимаешь? Как будто она с другой планеты или что-то типа того. Я знаю. Это ли не круто? Ну если ты прешься по пришельцам и всему такому, то да. Не, ну правда, если хочешь позагоняться, может проще пойти тусоваться с Эмма или Готами? Ну, во-первых, не хочу делать дебильную прическу. Сам факт, что у нее есть для них название, говорит о многом. Понимаешь, Ник, я просто не хочу быть очередным обычным парнем в море обычных людей. И я вам это советую, друзья. Но каким боком общение с ней изменит тебя? В смысле, ты останешься тем же парнем, просто зависающим с робкой девчонкой? Она не робкая, Ник. В ней есть что-то странное. Да-да, странное не всегда есть хорошее. Сечешь? О, да. Ты хоть знаешь, хочет ли она быть особенной? Может, она хочет просто быть как все? А раз так, тянуть ее в другом направлении не имеет смысла, так? Слышь, Ник, суть в том, что я знаю, что мне нужно. Она может мне это дать. Книжку про маяки? Так это она тебе интересна из-за того, что она тебе может дать, а не сама по себе? Это жестко, чувак. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Я знаю. И все-таки я думаю, ты не прав. Люди не настолько похожи, в каждом есть что-то уникальное. Говоришь, как моя бабушка. Говоришь, как Антон. Лутаем этих школьников, покуда они заняты едой. Стой, так этот парень типа долбанный хипстер? Это типа, ну, настораживает. Знаешь, иногда мне хочется ответить нашим клиентам подзатыльник. Это же школа, тут одни ублюдки. Да что за фигня? В школе не одни ублюдки. Но эй, добро пожаловать в клуб. Стоп, так вот в чем он ей говорил на утесе. Типа я помню, о чем он говорил? Думаю, да. Потом она свихнулась и стала клепать этих жутких кроликов, так? Потому что он признался в том, черт знает сколько лет спустя, что ему просто что-то от нее нужно было, а не она сама. Думаю, у нее хорошо получается сдерживать недовольство. Ну, это переворот событий, просто все не так. Мы что-то упускаем, определенно что-то упускаете. Ну так, неси шляпу, Шерлок. Давай, что-то точно уходит у нас из-под ног. Моментум. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Утконос, стопудово утконос. Утконос, усоносище. Плюшевый утконос, мне прям нравится. Каждый раз, когда мы его видим, гарантированно получаем халявное звено. Да, должно быть, он печатался в его мозгу не меньше, чем в моем. Ну, а теперь отправляемся на разблокировку момента или сбор, что там. Может, лучше не надо, я сам. Ками! Ой, ради бога. Ха-ха-ха-ми! Эй! Нафига так делает Ева? Никогда не обрывай людей во время механики. Что? Да ничего. Ах, подготовить наши моменты! Бинго!
Полетели. Опа, мы на кухне. Он уже совсем маленький мальчик. А рюкзак все тоже. Я в школу, мам. Хорошего дня, Джоуни. Мой малыш, как ты быстро растешь. И он просто пошел. В школу. Блин, а если бы он был девочкой, она все равно бы называла его дедушкиным именем. Но это не настолько плохо. Окончание все равно на «уи». Джоуи, Джоуи, Джули. Миленько. Если так миленько, так иди и женись на нем. Ох, ты ревнуешь? О да, сильно ревную. Лутаем сначала часы. Но если честно, тиканье часов и правда раздражает. Банк с оливками. Мама-то еще подсадила ребенка на оливки. Ой, блин, только не это. Да, маринованных огурцов. Срань отбодни! Это просто вынос мозга. Какой ты впечатлительный. Пип-пип-пип-пип, пип-пип-пип. Это что, чья комната? Книжки. Разные книжки. Книжки. О, тут еще что-то. Угу. Таран-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Что есть, футбольный мяч? Я как знал, что он будет моментом. Давайте, бьем его. Отправляемся еще в младенчество. Подготовка, заправка супа. Бинго. Портал в футбольный мяч. Куда мы попали сейчас? Ух, опять воняет дохлой белкой. Мы внутри белки. Где мы? Ева? Вали? Что это за херня? НЛО, его зачали НЛО, застали кушать оливки. Что тут происходит? Что тут происходит? Его следующее воспоминание? Ага, но почему-то оно над нами как лапу-то висит. Я не знаю, воспоминания не собираются в целостную картину. Должно быть неполадки в видеодрайвере. Опять я думал последним патчем он проработает без боев хотя бы полгода. Ну идиоты в техноделе сидят, проверить не могут. Слушай, не огорчайся, мы ведь уже сохранили его юность. Еще есть возможность все сделать. Ладно, но ему я об этом говорить не буду. Пока все получается, ему и не нужно знать. Все, кажется, приехали. Мы здесь ничего не можем сделать. Готов к финализации? Я готов. А вы? Дамы, вперед. Ну? Зачем я так сделал? Я же сам хотел первый выйти. Потому что ты гуслёпок. Акт 2. Миллиарды маяков, стоящих на другом конце неба. Вот оно в чем дело.
Не стоит их беспокоить. Разбудить вряд ли получится, но концентрации лучше не мешать. И все? А, мы прилетели к нему опять. Последние воспоминания. Это все, что я, старый дурак, знаю. Извините, но я больше ничем не могу помочь. Значит, будем работать с тем, что есть. Угу. Все остается делать. Ага, все, что остается делать, это передать заброшенное вами желание отправиться на Луну в ваши ранние воспоминания. Потому мы нажмем на кнопку, и вуаля, вы уже оказываетесь на Луне. Если бы все так было просто. Я хочу спросить. Если вы заставили Лили исчезнуть, значит... Если вы заставили Лили исчезнуть, значит, вы можете изменить этот мир. Изменять. Тогда не проще ли сделать это еще раз? И исполнить мое желание здесь и сейчас? Это бы сработало, если бы мы сейчас находились в ваших настоящих воспоминаниях. То есть... Где тогда мы находимся? И кто я такой? Это был правильный вопрос. Сорвал джекпот. Это лишь копия. Холст, на котором мы работаем, если позволите. Что касается вас, вы просто алгоритм, отображающий Джонни. Достаточно сложный, чтобы сделать похожим, но далеко не полный. Все, что мы можем сделать, это заполнить холст логически непротиворечивыми содержанием. А далее, после того, как мы перенесем ваше желание в ваше детство, машина создаст вашу новую жизнь, такую, где ваше желание направит ваши поступки. Полученный результат будет записан на настоящего Джона. Вау, Джона, мне Моника. Так что видите, даже если мы удовлетворим вас, вы больше не программа с атрибутом только для чтения. Я про то, что мы можем перезагружать вас снова и снова, и все равно... Достаточно. Ах, не будь такой впечатлительный. Он не настоящий, сама знаешь. Если ты в это действительно веришь, зачем тогда вообще пытаешься объяснить? Разумно. Я просто хочу, чтобы дело пошло быстрее. Пошли. Where do we go, my lovely? Доктор. Mm-hmm. Так значит, вот кто я на самом деле такой. Да, ты смесь лягушки с носорогом и пирогом. Вау! Ах, вся работа за ночь. А это все воспоминания его детства и все моменты, которые мы собрали. Усатый! Полосатый. А там он тоже усатый, только седые усы. Человечек, что значит? Какого? Ты хоть предупреждай. Ну а что я мог сказать? Мне нравится быть головой. Скажи я, что это игра слов, ты бы точно подтвердил. Давай разберемся тут по-быстрому. Я в этом виде себя чувствую так же глупо, как глуп сам вид. Все, что нужно сделать, это транслировать его желание от поздней памяти к ранней. И как это сделать? Соедините два совпадающих момента в угловых квадратах, чтобы перенести зрительное желание. Окей, понятно. Так, давайте перелетим сюда и посмотрим, что здесь. Здесь цветы есть. Значит, нам нужно цветы тоже тут крутить, вертеть. Вот так. Ой, хорошай. Ай, красота. А здесь кто там есть? Кто там есть? Кто там есть? Кролик шелкопрядный. Нет, бублигум. Так, кролик. Пусть это будет кролик. Та-дам! Мы летим дальше. Здесь что? Книжка.
Эй, Ева, зацени. Ам-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Не поясничай. Окей. Книжка так книжка. Бац. А здесь что? Утконос. Утконос, утконос, утконосище. Просто утконос не мог быть в стороне. Нет, это сумка. Что у нас здесь значит? Погодьте, у нас... А, часы. Часы. Вроде все... А, в углах получилось. Мы внизу соединили. Неужели получится? Динь! Вот и все, с чем мы можем работать. Готов запускать? Ты меня знаешь, всегда готов. Ну? Так, посмотри, какие сувениры он привез с Луны. Уже? Дамы вперед. Не, дамы вперед? Не в этот раз, дорогая. У нас тут кое-чего не хватает. Невелика потеря, мы и без него справимся. Знаю, но есть чувство незавершенности. Ты слишком привязываешься. Это повлияет на твою способность выполнять работу. Чушь собачья. Не грузи меня своим бабским психоанализом. Руки прочь от моего мозга. Гребаный техотдел. Ничего не могут починить как надо. Не сердись так на них. Все ошибаются. Не трать время. У нас его в обрез. А куда мы полетим? А, вот уж какая-то штука. Чё, куда лететь? Головы. Да, все-таки нужно сюда и последнее воспоминание как-то пофиксить. Похоже, тут ничего не изменилось. Давай посмотрим в другом месте. Давай. Слишком рано. Промотаем время вперед и посмотрим на результат. Надо найти воспоминания, где что-то изменилось. Блин, и здесь ничего. Как правило, хоть что-то меняется. Что-то не так. Эти воспоминания просто похожи. Они в точности совпадают. Но это невозможно. Мы же транслировали желание, так? Так. Вот, что-то не так. Чем можем только обратно пойти сюда, в него? То есть его жизнь должна уже изменяться, но она не изменяется. Значит, какого мурлока происходит? Но тогда этого не может быть. Каким образом все осталось таким же? Нам нужно подтверждение. Нам нужно последнее доступное воспоминание. Бэм-б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 эм. Похоже, сюда. Ничем не отличается от его последних реальных воспоминаний. Я уже не питаю иллюзий насчет того, к чему все это ведет. Окей. Если это то же самое воспоминание, то он будет на утес смотреть, на маяк. Надо валить на утес. Что происходит? Он не хочет лететь на Луну? Чтобы забывать свою жену? Пам-падам. Пам-пам-пам. Джонни? Какой приятный сюрприз. Нечасто у нас гости бывают. Дежавю опять? Я доктор Ева Розалин, а это... Что? Я не буду второй раз это говорить. Доктор Нил Уоттс. Вам знаком агентство генерации жизни Зигмунд?
Так вы из агентства. Что за... Какое совпадение, как раз вам думал позвонить. Что, Лили, принеси нам, пожалуйста, чаю. Лили? Бац, страх тебе дох. Его тоже поставь на паузу. Что происходит? Ничего не изменилось. Ну и? Иди здесь, я попробую транслировать желание еще раз. Скажи, если что-то изменится. Ну? Трансляция была успешной 100%. Что изменилось? Абсолютно ничего. Как так? Даже если желание не сработает само по себе, как может вообще ничего не измениться? Может, нужен какой-то стимул для его активации? Из ранних детских воспоминаний? Самых ранних, до которых только может добраться. Пойдем. Jungle, going to the jungle. Давайте пороемся еще у него в мозгах. Наверняка где-нибудь, когда он писал или какал в подгузник, спрятан весь смысл его жизни. Желанию Джонни о полете на Луну необходима стимуляция, так? О, да. Ну ладно. Будет вам стимуляция. To the moon. Что за... Это не тот фильм, который должны были показывать. Ох, ну и ладно. Ты не против, Ривер? Нет, мне нравится. Хорошо, тогда пойдем. Так-то лучше. Игры разума воплоти. Надеюсь, этого достаточно для стимуляции. Так, где Нил? В туалете. Стопудово где-то в туалете. Ты смотрел на Луну? Понравилось? Ну, по-моему, слишком претензиозно. Я люблю, чтобы фильмы были более, ну, даже не знаю. Что тебе не нравится? Красный фильм. Он точно в туалете. Где Нил? Нил Армстронг. На Луну, любимая. О, Генри. Господи, я определенно слишком устала и голодная, чтобы создавать фильм. Думаю, стоит посмотреть, изменилось ли что-нибудь у Джона. Ну и куда нам лететь? А, тыкать в него. Прости, что оставил тебя здесь, приятель. Топаем где тут? Что-нибудь изменилось? Ничего не меняется. Попробуй запустить его где-нибудь еще. Это просто куром насмех. Ли! Лили! Что ты ноешь? Устроил тут шурум-бурум. На Луну не схочет. Может, здесь что-нибудь сработает? Определенно, книжку про Луну надо. У меня нет на нее времени. Ну что, запустила энциклопедию тебе в морду, а? Запустила? Заткнись. Что за призрак, чувак? Пацаны, вы что-нибудь тут делаете? Уже начинается, пошли займем нормальные места. Наверное, фильм про Луну. Стоп. Не помню, чтобы такое было. Что-то изменилось. Аллилуйя. Аллилуйя. Нам сюда? А, вот, направо. Эй, не толкайтесь. Это кино? В спортзале? Секундочку. Это не изменение, это... Послушайте меня, пожалуйста. Как вы знаете, я являюсь официальным представителем нашего славного НАСА. И я здесь, чтобы рассказать вам о нем. Давай, Тимми.
Вау, это было ужасно. Ну, я отвлекся. В общем, я знаю, что многие из вас задаются вопросом. Какие у меня шансы совершить что-то настолько же крутое, как путешествие к другим мирам? Вдохнуть сладкий воздух Венеры, переплыть через кольцо Сатурна или, быть может, прогуляться на обратной стороне Луны? Здесь в НАСА мы верим, что, имея желание, появится и возможность. Может быть, ты, дружок, или ты, пирожок, или, может быть, ты. Но я не хочу на Луну. Но тебе повез... Стоп, почему? Почему не хочешь? А должен? Мне и на Земле хорошо. Ну, что, совсем не хочешь? Нет, а что? Совсем-совсем? Нет. Что-то не так с этим мальчиком. Что ж, как официальный представитель НАСА, я расскажу вам некоторые факты о Луне. Что? Начнем с того, что на Луне уже 5,5 миллиарда лет. Т.д. и т.п. А знаете ли вы, что по площади поверхности она превосходит Африку? Это правда. На самом деле, если попытаться объехать Луну на велосипеде... И в том же духе, и тыры-пыры. Кстати, лучу света требуется была секунда, чтобы добраться отсюда до Луны. Если ехать туда на машине, тогда дорога займет 130 дней. Я знал это. Голос в толпе. Ну и наконец, люди, слетавшие на Луну, становятся богатыми и знаменитыми. А у богатых знаменитых всегда толпы фанатов. Вот и все, что я хотел вам рассказать про Вьетнам. Помните? Дверь у нас открыта для всех, особенно для брюнетов. Топ-топ-топ, куда топ-топ? Ну, как тебе? В НАСА тебе бы не взяли. Думаю, это было бы слишком вульгарно. Ну, я так старался. Хочешь посмотреть, сработало или нет? Конечно, сейчас вернусь. Я думаю, что не сработало. Вернулся. Докладывай. Полный швах. 1-1. Эй, не унывай. Уверен, еще можно что-то предпринять. Например. Ну, в принципе, достаточно. Мы не в состоянии достроить дом, Изабель. Мы едва можем оплатить все. Так, но вы можете принять участие в розыгрыше путешествия на Луну. И если продадите дом, у вас получится. Диагноз точный? Да, но вообще-то редко кто-то... А вы знали, что у нас НАСА дает отличную медицинскую страховку? Это правда, для вас и для вашей супруги. Ай, ну лошадяк тоже что-то. А в космосе бесплатно катают на пони! О, смотрите-ка, свадьба, рада за вас! А вот вам загадка, угадайте, куда вам стоит отправиться на медовый месяц? На Луну! Просто гениально. Ривер? Ах ты, стекло! Падаю! Джонни, Джон... Какого огурца? Вот, фух. Так-то лучше, знаешь? Это бесполезно. Не просто бесполезно, это абсурдно. Мы же гребаные профи. Я не подписывалась на то, чтобы бегать за ним и орать, как полуумная. Точно? Слушай, может, это все от недосыпа? Если бы я знал, что у нас будет всеночное бдение, то взял бы кофе. Согласна, видел бы тот фильм, который я сотворила. Фильм? Именно. В общем, времени у нас мало, а такими методами мы ничего не добьемся. Давай отдохнем до утра. К счастью, Джонни пока держится. Мне нужно сделать пару звонков.
И? Куда мы попали? Ничего не понимаю. Почему машина не дала никакого эффекта? Запрошенное желание Джонни отправиться на Луну было успешно передано. Все равно. Не возникло и следа того, что он захотел полететь на Луну. Если только в процессе не было изменено вторичное условие для возникновения такого желания. Только в этом случае одно и то же желание в разные моменты времени привело бы к разным результатам. Без сомнения, Ривер играла большую роль во всей его жизни. Если что и могло изменить основное желание Джонни, то она первый подозреваемый. Но среди тысячи возможностей, что именно было причиной? Ривер? Что же ты сделала? Проказница. Ох, солнце встает. Пора в путь-дорогу. У нас мало времени. Может быть, Нил что-то придумал? На этом я закончу. Спасибо, что смотрели. Если вам понравилось, поставьте лайк. Пока. И увидимся в следующем видео.